дорогие друзья! Сегодня 31 декабря. Всех поздравляю с наступающим Новым годом еще раз. И хочу показать вам один очень такой вкусный и красивый салат, который украсит любой праздничный стол. Этот салат грибной с курицей или курица с грибами, в общем, как хотите его назовите. Название этого салата я не знаю, его можно как-то по своему вкусу корректировать, но я вам покажу салат, который я буду сегодня делать на, вернее, собирать. Все я приготовила еще вчера вечером, собирать этот салат для праздничного новогоднего стола. Вот все ингредиенты, которые нужны для этого салата. Это курица, я уже ее порезала. Это грибы, шампиньоны, которые я вчера поджарила с лучком, а на минимальном количестве масла, чтобы не было слишком жирно. Так как салат будем смазывать майонезом, и лишнее масло, конечно, ни к чему. Тем более, вот корейская морковка еще нужна в этом салате, и она также в масле, поэтому, ну, как бы масла нужно поменьше. И твердый тертый сыр. Вот такие ингредиенты будут для этого салата. Этот салат можно заменить, что-то заменить из этих ингредиентов. Можно убрать курицу, например, и заменить, ничем не заменять, да. Можно добавить яйцо, можно добавить перец болгарский. И тоже будет какая-то внесена изюминка, если не будет курицы. Вот, но мы сегодня будем делать вот такой. Я, вернее, буду делать такой салат. Мы просто соединяем все эти ингредиенты. Слоями я делать не буду. Этот салат делается просто вот таким образом. Все соединяется. Соединяем грибы. Согласитесь, красивый салатик получается. И он, конечно же, очень вкусный. Курица с грибами, она очень хорошо сочетается. И любители грибов и курицы меня поймут. Вот. Вот такой вот салат. Даже можно добавить туда грецкого ореха для такого пикантного вкуса. Но это все ваша фантазия. Ну, вот я вот делаю так этот салат. Так, теперь сыр. Все делаю на глаз. Как бы это также все вы можете регулировать по своему вкусу. Вот так вот мы его перемешиваем. И вот такой красивый салат получается. Еще нужно смазать майонезом. Но пока я не буду это делать, потому что мы уезжаем. И этот салат я возьму с собой и буду смазывать майонезом перед подачей. Он не должен пропитываться. И чтобы, ну, как бы не было так вот лишнего сока, он не выделил. Ну, сами понимаете, да, перед подачей на стол я уже смажу этот салат майонезом, и он будет просто украшением стола. Приготовьте такой салат, кто еще не готовил, вы не пожалеете. Очень вкусно, сытно и красиво.